Сам бой какие-то неожиданности преподнес? Да, физически крепкий был. Не ожидал, что он будет скользким. Не хочу жаловаться, но был еще скользким. И, конечно, как гильотина в конце. Ну, в конце боя гильотина хотел повисеть. Но я был готов. Я даже перед боем Исламу говорил, что именно вот правой рукой он заходит на гильотину. Я хочу, чтобы он зашел на гильотину. Да, ему шею когда пришел. Ну, отец говорил, так делай, там души, поворачивай корпус, корпус и так далее. И даже пару моментов, когда я с ним разговаривал, сейчас мне друзья пишут, когда ты его пришел, ты его специально отписал. И отец сказал, что ты его не заканчивал первым раундом. А я когда поворачивался, отца я говорю, там не получилось, или там скользко. Ну так, такое мини-общение между отцом шло. Интересно было, все эти пленки получались прям вот у меня. В этом бою Хабиб совершил две ошибки, я об этом говорю, каждый раз были не влияющие на исход, но могло повлиять, это обучение. Этот вечер выступил все наши бойцы, очень хорошо, за исключением тех, кто проиграл.